Всем привет, меня зовут Александра Макарова, я книжный блогер. Хочу сегодня рассказать о книге Дины Рубиной. Знаю, что многие любят эту писательницу. Я читала у нее много разных книг. Какие-то мне нравятся очень, какие-то средние. Но вот сегодня хочу рассказать о любимой своей книге, которая проняла меня больше всех других книг Дины Ильиничны. Называется она «Бабий ветер». Главная героиня этой книги, бывшая парашютистка, пилот воздушного шара, попадает волею судеб в Нью-Йорк и там работает косметологом. Ну, по роду деятельности она видит самых разных людей. В этой книге очень много интимных историй, таких скабрёзностей, шуток за 18+. Но, тем не менее, книга эта создает ощущение такого тонкого, бережного прикосновения к женской душе. В этой книге очень много всего. Много комичных историй, много портретов, много рецептов еврейской кухни. Но очень здорово, что это все не перемешивается в какой-то неудобоваримый винегрет, потому что есть один главный мотив. В нашей культуре он называется «женская доля». Вот про эту женскую долю и пишет Рубина. Такое ощущение создается, что она снимает грубую яркую кожуру со своих героев и героинь и показывает, что за циничной оболочкой, за грубым таким внешним обликом может скрываться очень тонкое, хрупкое, нежное. Несмотря на обилие интимных сцен и щекотливых ситуаций, от этой книги остается такое светлое ощущение. Она про людей, она про настоящее, она про такие глубинные внутренние чувства женщины. И она будет интересна наверняка женщинам, но мужчин тоже не отговариваю ее читать. Если вы хотите понять, чего творится в женской душе, берите Дину Рубину. Язык в этой книге — отдельная тема. Книга написана очень сочно, здесь много юмора, много самоиронии, много таких фразочек, речь просто песня. Несмотря на то, что книга местами очень смешная, в целом она необыкновенно грустная. Она о тоске по несбывшемуся, по неслучившемуся женскому счастью. А еще больше рецензий на разные книги, в том числе рецензии на книги Дины Рубиной, вы найдете на сайте «Омск здесь» в рубрике «Влюбленные в книги». Ссылка в описании.